365 тысяч рублей за второго и последующих детей. Сумма материнского капитала с 2007 года увеличилась на 50%. В отделении Пенсионного фонда России по Курской области вручили юбилейный 20-тысячный сертификат. Дочка Аня в семье Рябовых появилась 11 месяцев назад. До декретного отпуска мама Елена Николаевна сама работала в пенсионном фонде и помогала семьям оформлять материнский капитал. Теперь пришла ее очередь. Юбилейный сертификат, памятный адрес и подарки молодой маме. Как распорядиться средствами, семья уже решила. Сначала мы думали, может быть, на расширение, потому что второй ребенок, да, уже двуполый. Вот. Ну, все-таки думаю, что на образование детей. Потому что второму уже 12. Из 20 тысяч сертификатов, выданных с 2007 года, 18% уже использованы. 3600 человек нашли применение своим средствам. 2700 человек потратили деньги на жилищные кредиты. В общей сумме это составило 800 миллионов рублей. Еще 724 человека направили деньги на улучшение жилищных условий без кредитов. А 76 родителей предпочли воспользоваться господдержкой для обучения детей. Юлия Абрамова, Геннадий Воробьев, телеканал «Сейм».